Всем привет, с вами Кира Котова, и сегодня продолжим разговаривать о Хатидже. И тут начинается самое интересное. Споры у историков кипят по сей день. Неясно, была ли сестра Сулеймана замужем за Ибрагимом или нет. Одни утверждают, что да. Другие пишут, что его жена была дочерью той женщины, которая воспитывала Ибрагима. Есть упоминания о Хатидже в письмах Ибрагима. Некоторые выдвигают третью версию о том, что Сулейман заставил развестись Ибрагима с Хатидже, а девушка, которой говорят и приписывают в мужья Ибрагима, была любовницей, с которой он общался до конца своих дней. Но все же, историки склоняются к версии, что Сулейман выдал свою сестру за Ибрагима. Оттуда должность, дворец. Кстати, сейчас там музей, но его хотели снести, обманув чиновников Турции, что там никто не жил из приближенных к Сулейману. Почему важно было снести дворец? Считают, что под ним есть большие богатства. Но дворец был настолько крепок, что его не смогли разобрать до конца. Поэтому все, что мы видим, это отреставрированный дворец Ибрагима. Также Сулейман хотел породниться с Ибрагимом с помощью этого брака. Нам показали сильную любовь Ибрагима и Хатидже. Но историки склоняются к тому, что сильных чувств у молодоженов не было, так как все время рядом с Ибрагимом присутствовала девушка, о которой я вам выше рассказывала. Ибрагиму нельзя было иметь гарем. Также у него не должно быть на стороне другой семьи. В случае измены султанша могла развестись. Также паше грозила смертельная казнь за такой проступок. Детей у пары не было долгое время. К сожалению, насчет детей тут особо нет данных. Есть только предположение, что у султанши Ибрагима могло быть трое детей, один мальчик и двое девочек. Также есть информация, что дочь Хатидже похоронена рядом с Хюрем. Видимо, она принимала большое участие в воспитании девочки. У Ибрагима было все. Он являлся самым близким другом Сулеймана. Султан обезопасил его даже от себя, принеся ему клятву. Власть помутила рассудок Ибрагима, и он при встрече с послами называл себя султаном, укротителем льва. К сожалению, после многократного предупреждения от султана Ибрагим не исправился и был казнен, Хатидже осталась одна. Что касается и смерти, то точной причины ее так и нет. Но есть предположение, что она не смогла пережить потерю мужа и наложила на себя руки. Султаншу похоронили рядом с матерью. Что вы думаете по этому? Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет и еще интереснее. Из дворца, не сказав мне, Мехмед. Смиритесь с этим.